Азербайджан обратился в Европейский суд по правам человека с заявлением в связи с агрессией Армении. Как передает канал 13, об этом сообщил Туран, член комитета Мили-Меджлиса по правовой политике и вопросам госстроительства Кемран Джафаров. Заявление подано не от имени граждан, а правительства Азербайджана, подчеркнул депутат. В заявлении поднимается вопрос о нарушении ряда прав граждан Азербайджана в результате оккупации Армении Нагорно-Карабахского региона и окрестных 7 районов. Кроме того, в жалобе ставится вопрос о непринятии Армении мер для прояснения судеб 3800 граждан Азербайджана, пропавших без вести в Первой Карабахской войне. Наряду с этим в заявлении ставится вопрос об обстреле вооруженными силами Армении в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны баллистическими ракетами, фосфорными снарядами, кассетными бомбами в нарушение Женевской конвенции городов и сел Азербайджана вдали от зоны боевых действий. В ЕСПЧ представлены доказательства гибели в результате обстрелов армянских войск 93 гражданских лиц, в том числе 12 детей, 28 женщин, ранение 423 мирных жителей, разрушение 264 многоквартирных зданий, 9294 частных домов, нанесение ущерба многим другим объектам имущества. Как отметил депутат, это первый иск Армении Азербайджана в Европейский суд по правам человека от имени государства.